Всем привет, наши дорогие зрители! Очень рад вас приветствовать на нашем канале «Домашний зоопарк». И сегодня я хотел бы вам представить самые интересные факты о кошках. Но-но-но, не подумайте, что именно только о кошках. И о котах также. Ну что, поехали! На первом месте интересный факт. Среди владельцев котов и кошек на 17% больше людей с ученой степенью. Следующий факт. Кошки не чувствуют сладкого вкуса. Также мозг кошки похож на человеческий. За эмоции у кошки отвечают те же самые участки, что и у людей. Кошки трутся об людей, чтобы пометить их как свою территорию. В основном кошки имеют более низкий социальный IQ, чем собаки, но могут решать более сложные задачи, когда им это интересно. Немного фактов о кормлении. У кошек часто бывает непереносимость лактозы, поэтому молоко им лучше не давать. Кошки спят около 70% своей жизни. Ужасно, конечно. Ну да ладно, это их личное дело. Также, что интересно, кошки производят около 100 различных звуков, а собаки лишь 10. А вы знали, что на данный момент в мире проживает свыше 500 миллионов домашних кошек? И самая кошачья страна – это Австралия. На 10 человек в ней приходится 9 кошек. Также еще интересно – самое старое видео с кошками, размещенное на Ютубе, было снято в 1894 году. И еще. Во многих частях Европы и Северной Америки черная кошка считается плохим знаком. А вот в Великобритании и Австралии обозначают удачу. А вот вам ответ на ваш вопрос. Почему кошка метит не там, где положено? Если кошка оставляет свои испражнения непокрытыми, то это признак агрессии, чтобы вы знали, что она не боится вас. Так вот в чем оказывается причина. Кошка нас не боится. Ну ладно, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Не забывайте подписаться на наш канал, а также посетите наш сайт katazavrik.ru. Всем всего самого наилучшего!